Скажите привет. Скажи привет. Ку-ку. Привет. Привет. Это Толстый, но это Толстый. Мы этот самый. Вы находимся в музее коррупции. В Межигорье. Приехали в Межигорье гулять. Это бывший дом нашего бывшего президента Януковича. Зашли, только зашли. Вот вход, ворота. Опс. И идем гулять. И ретромобилев у него было колесо. Мама! Да. Кофе. Кофе. Пойдем с нами. Кому интересно, оставайтесь с нами, да, мальчишки? Что вы? Мальчишки уток углядели. Вон их тут сколько. Смотрите, тихонечко вон. Они тут кушают, видите? Ква-ква-ква-ква-ква, пошли. Такие смешные. Там тоже видишь. Ваня, да. Утка сзади. Мальчишек, охота на уток, да, мальчишки? Мы тут когда-то были осенью или весной. Сейчас, конечно, не так красиво, когда тут холодно и замерзло все. Ваня, Ванечка, ну оставь ты утку в покое, Ванюш. Дом президента. Я чуть не споймал утку. Видишь, тут бога отдыхают, боги. Вот, вот, помню, палец. Да, уже отломали палец. Ай-яй-яй. О, прости, я тебя тоже. Привет! Привет! С днем Святого Валентина! Happy Valentine's Day! Мы с мальчишками пришли поужинать. Мальчишки, поздравляю вас! С днем Святого Валентина! Спасибо. С праздником! Это вам! Мальчишки мне сегодня с утра подготовили красивые валентинки своими руками. Открывай, давай! Знаете, что это? Это жуйки, такие жвачки, называется Love Is. Любовь это. Такие жуйки были у меня в детстве. Я первую съем. 10 копеек столь. Давай вначале поужинаем, покушаем. Мы заказали такие красивую пасту. 10 копеек? Раньше стоили, да. Теперь не знаю, сколько стоят. Может, по гривне, может, по 5. Вот. И в них самое ценное, это вкладыш внутри. Должен быть. Ой, ты же не рви. Смотри, аккуратненько открывай. Там внутри вкладыши, и в них надписи классные разные. Что такое любовь? А ну-ка. Открывай. Пока мальчишки открывают, покажу. Мальчишки заказали такую пасту с курочкой. Взяли, а у меня с хамоном паста. Ну, что там за вкладышами? Давай, открывай! Любовь это? Это разделить желанное угощение с теплыми сердцами. Любовь это? А ну-ну-ну-ну-ну. Ой, фокусируйся, ну что ж такое? Но не хочет фокусироваться, но вот любовь это разделить прохладное угощение с теплыми сердцами. Sharing love is sharing cool treats with warm hearts. Вот так-то. А у тебя, Илюха, что? А? Да, солнечная погода с приливами теплых чувств. Когда солнечная погода с приливами теплых чувств. Здорово. Я ничего не понял. А ты что скажешь? Что такое любовь? А? Это наконец-то, когда я поем. Скажешь, когда поешь? Окей, ну тогда приступаем к ужину. С праздником вас, мальчишки.
Вот у вас еще булочки такие с сезамом ждут, красивые, аппетитные. Праздником вас давайте кушать. Так, ну что, мы поели. Вон, смотрите, сколько шариков. Вон на потолке сколько поулетало, видите? Прикольно. Мы уже поели, идем дальше с вами, да, мальчишки, гулять, отдыхать. Ага, и мы тут нашли. Ой, мальчишки тут кучу мелочи понаходили на полу. Да еще Лего. Один билетик был билетик из Игроленда и машинку подпился. Круто, богачи вот прям. Вот такое Лего. Так, мальчишки уже тут наживали жвачек, да, мужики? Сразу. Там еще больше. Ого, слушай, их тут столько. Много жвачек, наверное, штук 100. Ну что, будем читать фантики, значит, теперь. И любовь — это когда знаешь, что нет на свете лучше места, чем дом. Любовь — это кто-то, кто охраняет тебя. Мама, надо было сначала не открывать, а прочитать, а то оно... Что прочитать? Теперь как нам наклоним? А, наклонишься прочитать, да. Теперь надо так. Любовь — это... разморозить холодильник, пока она на работе. Видишь, любовь — это помогать по дому. Мама, ты угадала. Это 100 штук. 100 штук, да. Любовь — это когда солнечная погода с приливами теплых чувств. А это? Любовь — это разделить прохладное угощение с теплыми сердцами. Так, ой-ой-ой, как много. Так, любовь — это говорить, что его линия любви ровная и прямая. Любовь — это... любовь — это звонить, когда у тебя срочные дела. Любовь — это включить танцы в свою оздоровительную программу. Танцевать вместе, видишь? Что еще? Мы это не читали. Любовь — это когда кто-то тобой покорен. И все. И еще все. Вот это. А еще вот это. Любовь — это договориться похоронить прошлое. Мама. Вот так. Ну что? А что для вас любовь, а, мальчишки? Не знаю. Что для вас такое любовь? Вань, что такое любовь? Ну? Я думаю. А что ты думаешь? Ну как ты думаешь, что такое любовь? Это любовь. Любовь — это любовь? Ну а как это? Что человек чувствует, когда он влюблен? Или когда он любит? Кажется, он потеет. А? Кажется, он потеет. Потеет? Не знаю. Возможно. Что еще? Придумать. Громче говори, не слышно. Никак не могу придумать. Не можешь придумать, что такое любовь? Еще пару лет назад вы отвечали на этот вопрос и знали. Я скажу прикол. У нас так какая причина остановки? Я еще не придумал. Ладно, подумайте, мы сейчас домой придем, и вы дома расскажете, что такое любовь, окей? Договорились? Это, кстати, это... Так, всем привет и снова здравствуйте. Мы с мальчишками приехали на брейк. Чего ты хочешь? Потому что я не брала воду. А я не в прошлый раз пить. Забыли в машине, ага. Да, бутылку с водой. Вот я ее... Мы приехали на тренировку с мальчишками, идем сейчас танцевать. Да, мужики? Да. Сегодня у нас что, среда уже? Мы все никак не доснимем этот влог. Расслабились, ребятки. У нас на самом деле куча, очень много-много-много дел. Считайте, что мы канал в отпуске. У нас временный перерыв пока, да, мужики? Ну, не временный, а много времени. Ну, мы еще будем. Тренируемся. Thank you.
Разогрелся уже? Виталик нужен? Сейчас придет. Ну и что? Что? Я буду вам учить, но мне нужно другое делать. Давай, вон, смотри. Вау! Круто, давай. А ну давай, Люк. Мальчишки уже даже помылись, приняли душик. Вот сейчас мы пьем чай с плюшками. Вот такие купили мы сегодня сладости. Вот, и будем ложиться спать, отдыхать. Будем. А берите вот тут две большие, это вам. И маленькую одну мне оставьте. Мне вот это. Мне таблеток от жадности. И побольше, побольше, да, Ванька? Анекдот есть такой. Приходит мужик в аптеку и говорит: дайте мне, пожалуйста, таблеток от жадности. И побольше, побольше. Он типа жадина, да? Да. Так и ты, да? Мне вот эту. В общем, ребятки, будем прощаться. Заканчивать, наверное, уже наконец-то этот влог. Он у нас получился такой. За две недели разными отрывками. Потому что все как-то пытались отснять. И в общем, много чего как-то происходило и не получалось. Да, мальчишки? Две недели мы снимали видео? Ну, по чуть-чуть. Вот. В общем, ребятки, не переживайте, у нас все в порядке. Кто там задал вопрос? Все в порядке, просто сейчас так складывается обстоятельства, что не получается регулярно у нас снимать видео. Вот, но будем надеяться, что да, в ближайшее время... Мы вернемся к своему обычному графику. Потому что, ну, то карантин был, в принципе, 3 недели был карантин у мальчишек. Мы особо никуда не выходили. Во-первых, холодно было, во-вторых, ну, как бы рискованно. Вот, и сейчас школа началась, много заданий у них. Они нагоняют программу, догоняют и тоже.
времени нет. Танцы, уроки, школа, в общем, много-много чего. Вот, ладненько. Да, всех с прошедшим днем Святого Валентина. Желаем всем, кто влюблен, любить дальше, да. Всем, кто не влюблен, влюбиться. В общем, любить и быть любимыми. Ну и на этом мы с вами прощаемся, да, мальчишки? Да. Ну и если вам понравилось наше видео, жмите пальчик вверх и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока! Ванька с плюшкой. Ребятки, все. Всем отличного настроения, веселых друзей, хороших солнечных дней. Мы вас целуем, любим. Пока-пока!